Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас вот такая вот газетная лотерея. Почему газетная? Потому что длинная, большая, как газета. Может, как туалетная бумага даже шириной, но тем не менее. Это не сбивает, как говорится, ее солидность. 16 миллионов главный приз, друзья, все серьезно. 560 миллионов в призах. 40 выигрышей по 1 миллиону, 8 выигрышей по 2 миллиона, 200 рублей стоимость. Ну, в принципе, если сравнивать вот этой лотереей, друзья, вы посмотрите только, насколько эта лотерея больше. Тут действительно заморочились, и поэтому я думаю, что здесь есть смысл. Спасибо, что даешь мне звуковой сигнал, машинка стиральная. Это очень приятно, но как-то так. Тем не менее, друзья, прошу вас прожать лайк под данным видео, подписаться на канал Технобар Плюс и напишите в комментариях, кто-то выигрывал крупный приз или нет данную лотерею. Давайте будем начинать. Во-первых, что по правилам? Ну, во-первых, здесь две игры. Вот это все нужно стирать. Так, первая игра выглядит следующим образом. Сотрите защитный слой с поля игра. Кстати, друзья, на минуточку, 70% от выручки идет на призовой фонд. Поле игра, 7 из 40, либо семерочка вы увидите там, либо 49, либо рука, подкидывающая монетку, либо 100 лото символ. И, соответственно, напротив будет приз. И вторая игра, сотрите защитный слой с поля игра 2, если вы обнаружили 7 одинаковых символов, допустим, 7 из 49, то вы выиграли приз, указанный рядом с этим символом. Минимальный приз 100 рублей, максимальный приз 16 миллионов. Давайте будем играть. Вот первая игра, вот вторая игра. Итак, смотрим, надеюсь, хоть что-то получится здесь выиграть. Но, как говорится, вот, есть хотя бы какой-то приз, есть семерочка. Видите, да, друзья, семерка выпала, уже здесь будет приз. Уже будет приз, я думаю, что приз будет 100 рублей. Я не ошибаюсь. 100 рублей приз. Тут у нас, я сейчас поближе все покажу, хорошо подотру лотерейку, чтобы все было видно. Так, приз у нас 100 рублей и никаких символов, ни монеток, ничего такого больше здесь в данной игре нет. Вот таким образом выглядит. Так, ну возможно здесь еще будет какой-то приз такого плана. Так, поехали. 7 из 49. 7 из 49. Вот уже повторяться начинает. Еще 7 из 49. Ну, наверное, будет сотка тут тоже. Скорее всего, потому что приз 200 тут часто попадается. Да, вот у нас все символы совпали обязательно. И приз с этими символами 100 рублей. То есть билетик сам себя окупил. Видите, 100 рублей. И у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 символов одинаковых. Здесь сотка, здесь сотка. 200 рублей. Билет себя окупил. Друзья, ну, не могу сказать, что я прям сильно обрадовался, но тем не менее, мог бы и такой приз быть, правильно, 100 рублей всего лишь, это было бы уже неинтересно. Кстати, 100 рублей, 200 есть, 600, 2000, 4000, 10 тысяч, 20 тысяч, 200 тысяч, миллион, 2 миллиона и 16 миллионов главный приз. Вот как-то так, друзья, поэтому, что хотелось бы отметить, лотерея очень красивая, правда большая, но солидная. Тут, как говорится, понимаешь, за что платишь. Посмотрите на этот градиент, поближе покажу. Переливается очень красиво, все очень миленько выглядит. Ну, цена, конечно, кусается, друзья. Во-первых, напишите, друзья, что вы думаете по поводу этой лотереи. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. И я надеюсь, что есть люди. А если нет, друзья, я желаю тем игрокам, которые играют в такую лотерею, да и в любую лотерею, вот с лото, я желаю крупных выигрышей, чтобы вы могли воплотить свою мечту в жизнь. Как-то так. Я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.